я первый раз когда прыгал, я с 30 метров с такой жесткой прыгал. Я прыгал вообще с разбега, лицом вперед. С 50 метров я прыгал спиной вперед. Все равно вытек, да? Да. То есть ты как прыгаешь? Как ты, как топ? Да. Ну тогда вот веревку смотрел. Так. Начала снимать? Да. Так, на камеру громко, четко, имя, фамилия. Шишкин Вячеслав Юрьевич. Вот вода тоже не говорит? Нет. Просто, чтобы меня потом по видео просто понял, да. Позвать. А, ну хорошо. У меня все готово. Чем дальше, ноги. Чем дальше оттолкнешься, тем веселее. Слышно это. У нас в то воскресенье девятилетний мальчик. И его бабушка. Ей 50 лет. Мамочка. Сейчас я прыгну. Подожди. Давай, прыгай. Подожди. Чем больше стоишь, тем сочнее. Давай. Давайте. Не думай, просто прыгай. Вообще, отдалишься. Можно с этого прыгать? Что прыгать? Можно с отчетом. Да подожди ты! Сам бы залез, блядь, встал бы здесь, я бы поорал, прыгай. Давай, ready, set. Нет, не буду. Ну прыгни лицом, может лицом будет проще. Да не, мне кажется, что страшно. Она точно не выдержит, ничего не будет? Да не будет, конечно. Ты не такой уж и тяжелый. Ты на одной веревке, вторая идет как страховочная. Если она подвезет, ты выдержишь? Да не оборвется ничего. А зачем я тогда подписывал бумажку, типа, я не соответствую? По большей части там написано противопоказания. Ты должен был их прочитать. Да я прочитал в интернете. Вроде мне ничего такого нет. Я вообще по себе должен понимать, что здесь как бы в любом случае идет сильная нагрузка на организм. Поэтому проблема спины, там давление, глаза. Я со спины мне ничего. Я занимаюсь спортом, и мы вот не проходим. И каждый год. Ну я вот со сломанных учиться приду. Ну я видел, что вы там писали, что ты. Я могу же прыгнуть и сразу находиться здесь? Можешь, да, конечно. Держаться. Можешь одной рукой держаться, вторую. У тебя автоматически рефлекс будет, руки потянутся за веревку, за узел, когда ты будешь прыгать. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, блядь, сука. Сейчас уйду. Давно так скидывали пески? Да. Да, ну надо вот 2 недели назад, когда открывали первые пески, на тех не было. Помнила прошлый год, когда ты же прыгала, как мне казалось, как на меня Алекс матерился потом. Ты же стояла так тупила. Я думал, ты вязку возьмешь и прокачешься. А что ты затупила? А можешь попросить Макса, он мне обвязку как раз таки принесет. Это а? По большей части ролик. Сейчас все будет. Ну просто тупо ролик. Ладно. 3, 2. А если я толкнусь вот слабо, ничего не будет? Ничего не будет. Видишь, в любом случае находишься уже на расстоянии. А вот ты напрыгал? Он прыгал сегодня самый первый. То есть он проверял все. Ты не смотри вниз, когда прыгаешь. Не думай о том, что ты вот куда-то там летишь. Мне кажется, было вот это, ну выпить и прыгать. А, нет, нет. Не допускается. Это я понял, поэтому я не пью.
Макс, отцепишь ролик с усом. Ну, Женька просто на троллее поедет. А можно я дам вам руки, вы их возьмете, да, и отпустите? Крепко. Вот здесь встанешь, ничего не будет. Так, руки в руки. Сейчас, подождите. Ready, set, go. И перчатки.